Любой из вас легко поймет, здесь все совсем наоборот. О, героев наших культ всегда легко мы превращаем в мульт, и ни за что вам не дадут грустить реальные почти мульт-личности. О, вам не дадут грустить реальные почти мульт-личности. Да что они себе позволяют? Почему нас не было в списке приглашенных? Ляно! В этом списке нет ни Джастин Тимберлейк, ни Скарлетт Йоханссон, ни Святослава Ященко. Так что мы в хорошей компании. К тому же прошли без очереди. Только давай обратно, не по вентиляционной трубе пойдем, а хотя бы в окно выпрыгнем. Кстати, Женя, отряхнись. Ты что, не видишь, что у тебя пиджак грязный? Очень даже вижу. Я это еще дом заметил. Ой-ой-ой. И что за бардак у них на Первом канале? Человек ни разу в любом зеркале не появился, а его уже в новогоднюю ночь показывают. Жень, а кто вообще такой этот Стинг? Ты смотри, веселятся так, как будто это мы с тобой там выступаем. Ха! И это в их понимании смешной номер? Вот у меня на последнем концерте был смешной номер. Два человека так хлопали, что руб себе сломали. Я, значит, подхожу и говорю... Дроботянка, Лугинский, вы чего руки-то сломали? Вам же еще мой чемодан таскать. Нет, ну разве это новогодний праздник? А где мужчина с щелком на голове? Где пародия на Горбачева? Ну, я им сейчас устрою веселье. Напишу: Петросян и Степаненко в новогоднюю ночь зажигали на Первом канале. Ура! Ямайским ромом мыло голову в пятницу вечером. Ведь я бутылки перепутала и до самой зари. С тобой шампунь мы пили больше, ведь было пить нечего. Ты обнимал меня за талию и пускал пузыри. Бла-б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 ла-